Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на шестиколесный советский автомобиль, как это пишет производитель, модель фирмы ICM. В коробочке у нас находится автомобиль КАМАЗ, как вы видите по бокс-арту. Также вместе с моделью автомобиля произведу обзор на фототравление фирмы Микродизайн и на маске для остекления кабины фирмы CAF Models. Коробочка заполнена литниками. Литники уложены все в один пакет. Пакет легко открываемый. Сейчас отложим в сторону, чтобы не шуршать. Скроем. Пока что мы видим. Видим хорошо отпечатанную декаль. Хорошую глянцевую инструкцию. Сразу хочу сказать, модель я данную уже делал. В сборке мне модель очень понравилась. В инструкции все информативно и понятно отпечатано. Стыковка модели на отличном уровне. Деталей среднее количество. От сборки остались приятные впечатления. Но я модель собирал без фототравления. И маски я делал на стекла сам. Сейчас брату-моделисту многие фирмы облегчают задания, выпускают наборы дополнений, фототравления, маски. Я думаю, это очень нужные вещи, особенно для тех, кто хочет, чтобы автомобиль был намного более похожий на оригинал. Да и маски не надо самому сидеть вырезать, наклеил, покрасил модель и снял. Варианты окраски и деколирования модели. Сейчас уберу коробочку. Начнем обзор. Начнем с прозрачного литника. Очень хорошо отлиты стекла, хорошая прозрачность, фары довольно добротно сделаны, хорошее остекление. Наборные колеса неплохо выполнены. Хорошо видно протектор, но, правда, никаких нету надписей. Если вы желаете, можете приобрести смоляные колеса. Их сейчас в продаже тоже очень много разных наборов и разных производителей. Например, фирма Миниар хорошие выпускает колеса. И Омск шина. Несколько вариантов колес. Литник с элементами кузова.
хорошее литье без облоя. Очень хорошо все отлито. Набор состоит с трех больших литников, вот одного более мелкого, глушитель, элементы двигателя, мосты, руль неплохо сделан. Дворники. Хорошее литье, хороший пластик, легко обрабатывается. Довольно неплохо проработаны разные мелочи, хороший двигатель. При желании можно сделать отличный автомобиль. Я собирал КамАЗ из набора. Довольно внушительная, интересная модель получилась. Литник с элементами кабины. Букв, как вы видите, нету, но они будут присутствовать в фототравлении фирмы Микродизайн. Облоя нету, следы от толкателей спрятаны все внутрь. И два небольших литничка с дисками. Ну, а теперь рассмотрим, что нам предлагает фирма CAF Models. Посмотрим маски. Если вам модель понравилась или вы заинтересовались данными дополнениями, все это вы можете приобрести в магазине «Я моделист». Ссылки будут в описании под видео. Маски можно сделать со следами от дворников. Это уже очень удобно. Как сами понимаете, намного меньше проблем. И не надо самому вырезать. И в наборе с масками даны зеркала и отражатели. Фототравление Микродизайн упаковано в конверт и целлофановый пакет. Само фототравление. Даны петли. Я так понимаю, можно сделать двери открытыми, кабину в поднятом варианте.
И вот решетки. Прозрачная панель. Также металлическая панель присутствует на фототравлении. Как вы уже заметили, буквы КАМАЗ. Шильдики 4310. Довольно неплохое фототравление. Брызговики с надписями КАМАЗ. Тоже очень приятно. И инструкция. Инструкция, что и как, и куда устанавливается. Сразу видно задний отбойник, подножки, на ресивер и на баке хомуты, крышка на бензобак, брызговики, ну, всякое. Другая мелочь. На руль хорошая накладка с буквами КАМАЗ. Петли рабочие. Решетка на радиатор. Как видите, все отлично, схематично показано. Буквы КАМАЗ и их расположение. И зеркала. Довольно хорошие наборы дополнения. Рекомендую приобрести это все вместе с набором. Ну, на этом, друзья, обзор буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Спасибо за комментарии. Спасибо за ваши лайки. Всех благ вам и вашим близким. До новых встреч!